Наш мобильный репортер побывал на детском празднике, что состоялся в Центральной библиотеке. Ребята из местного отделения Всероссийского общества инвалидов поздравили своих самых любимых с предстоящим Днем матери. Раз, два, три! Праздник начался с творческого мастер-класса, в ходе которого дружная команда из 20 мальчишек и девчонок подготовили для мам и бабушек особенные подарки своими руками. Ребята под руководством педагога сделали шикарные открытки. Продолжил торжество клоун Алекс. Дети с удовольствием участвовали в шуточных соревнованиях. Я могу сделать так, чтобы Развлекательная программа была насыщена настольными и подвижными играми. Дети с удовольствием бегали, прыгали, участвовали в конкурсах и разгадывали загадки. Все участники праздника получили заслуженные подарки. Торжество завершилось чаепитием со сладостями.